Совсем рядом с городком Гуадалест, расположен небольшой, но очень интересный и популярный у туристов, музей старинных автомобилей и мотоциклов. В музее представлено более 100 экспонатов, произведенных в период с 20-х по 80-е годы 20 века. Коллекция в отличном рабочем состоянии, хотя самым старым представленным экземпляром, почти 100 лет. Здесь можно увидеть раритетную технику, выпущенную различными производителями. Бултака, Оса, Монтеса, Дукати, Веспа, БМВ, Харлей Дэвидсон, Пежо, Индиан и другими.